Поехали! Эй, блядь! Смотри, центр хорошо блядь. Идут. Сразу шире берите, как, ну как всегда. Как всегда, сразу пошире берите. На костре аккуратно, на костре дохерич. Аккуратно, вас сильно меньше на костре. Просто живите, с правой стороны живите. Слева можем сильно пушить. Слева нас больше, можем сильно пушить. Смотри, сейчас слева, а слева снизу будем заливать. Подойдите. Слева и снизу слева. Нет, слышно. 5 секунд слева заливаем. Что, сакрит здесь, 5 секунд, да? Слева заливаем. 4, слева, 3, слева, сверху, 2, слева, 1, слева, сверху, погнали. Слева и сверху погнали. Как же вы меня носили? Так, сейчас смотрите, что читает сакрится. Давайте вниз вниз перемещаемся. Вниз перемещаемся, вниз выходим и снизу долго. Скиллы посейвите. Не, скиллы растака. Скиллы посейвите чуть-чуть. Точку не давайте тикать. Ищите в точке сейф спот. Растакаться не означает, что мы отдаем точку. Сейф спот ищем, через 5 секунд заливка будет. Скорее всего, где-то снизу. Через 5 секунд. 4 слева. 3 слева. 2 слева. 1 слева и снизу. Слева и снизу. Очень хороший можно. Не, в нашем бейке они, конечно, охренели. Просто охренеть. Отлично, продолжаем. Даже без скиллов, похер, продолжаем без скиллов. Клинзы выпейте и продолжаем. Клинзы выпить, замутайте замутай дискорд, пожалуйста. 4, 3, а, да, извините. 2, 1, respawn. Сейчас смотрите, что очень важно. Очень важно перед тем, как залить за стак, выбирать правильную позиционку. Это прям очень важно. То есть... На А точке 8-9, что сап? Почему она тикает так сильно? 5, 4, 3, 2, 1, respawn. Так, на Б скиллы чуть подсейвите, можно из точки выйти, из точки на Б можно спокойно выйти, снизу помочь, справа помочь, снизу тоже можно помочь чуть-чуть. На странку сакрот, справа. 5, 4, 3, 2, 1, respawn. Так, слева аккуратно, слева растакаться. Все, сейчас будем заливать. 5 секунд будем заливать. Они в точку сейчас будут заходить. Они сейчас будут заходить в точку, будем заливать. 5 секунд, скорее всего где-то снизу. 4, 3, 2, 1. Нет, больше. Нормально. Точка наша. Просто скиллы сейм, ждем, пока они с точки застакаются. Смотрите, следующий кол, скорее всего, будет прям, ну, в моменте. Будьте готовы. От точки далеко не ходите, следующий кол, скорее всего, в моменте. Четвертая 5, пачка на А. 4, 8, 9, 3, 4 на А. 2, 1, вторая пачка тоже respawn. На А. Быстрее. Вторая, четвертая, 8, 9 на А точку. Five. Вторая, четвертая, восьмая, девятая. А точку. Остальные на Б сидим. Respawn. Так, на Б сейчас аккуратно, я пока не вижу, что там происходит. На Б аккуратно на Б. Все, сейчас на Б через 5 секунд будет заливка. Снизу растакаться. Блять, я не знаю, ну нечего заливать. Они не по точке не играют, они в точку не играют. Делаем то же самое. Точка не коптит, значит все нормально. Точка не коптит, значит все нормально. Стоим заливки. Давай сейчас снизу 5 секунд снизу заливаем. 4 снизу, 3 снизу, 2 снизу, 1 снизу. Снизу, поехали, клинзы выпейте и погнали. 5. Хорошо, справа аккуратно. Промти, мох аккуратно. Снизу аккуратно. Сверху много пространства. В точке чуть больше народу нужно оттикивать точку. Нужно точку оттикивать, чуть больше народу нужно в точку. Вторая и четвертая назад на Б. Вторая и четвертая назад на Б. А сейчас на Б, кто скиллы сейвите? На Б скиллы поставите чуть-чуть. 4, 3. На Б скиллы поставите чуть-чуть. И бой больше в точку степ. Так, сейчас берем хорошую позицию. Хорошая позиционка — это когда вы снизу растакаться. Так, на Б все нормально. Чилим на Б. Respawn. Хевиками долбите. Десятая пачка тут. Смотри, в точке. Десятая пачка справа от точки бегает Ливси. Просьба, он на костре отшивается постоянно. Respawn in 10 seconds. Присмотрите за ним, а то он не знает, как бы, ну,
потерялся чуть-чуть, малютка. Справа от точки бегает Ливс, 10-я пачка. Это он дохил в поинт-группе. Помогите ему, ну, найти свое место на варкемпе. Справа растакаться, справа растакаться, справа растакаться, сверху растакаться, сверху, сверху растакаться. И сверху сейчас будем, 5 секунд заливка в точке сверху. 4 сверху. Хорошего, возьмите, клинцы съешьте. И 3 сверху. 2 сверху. 1 сверху. Поехали, снизу, сверху и слева, сверху и слева. 5, отлично, растакаться. 4, 3, 2, 1. 8 на А точку. 8 девятый на А точку. 4 тоже на А точку. Снизу. 8, 9, 4 на А точку. Так, а кто на Б точку? Все нормально, respawn, просто не даем тикать. Просто не даем тикать точку. Все хорошо. Деремся, просто не даем тикать точку. 5. В принципе, все good. 3, 2, 1. Respawn. Справа растакаться, справа. Давайте зальем. Слева, заливаем. Жестко, заливаем слева. Отлично. Так, четвертая обратно на А. Четвертая на А, восьмая по ситуации. 3, 2, 1, respawn. Мистер Дабсинг, ага, отлично. Пизданули. Respawn in 10 seconds. Смотрите, ребят, парни, чему нужно научиться? Прям жестко научиться. Когда начинается, ну, отчет 5 секунд на заливку, наша цель это занять максимально выгодную позицию. Что это значит? Это значит, что противника нужно облепить. Вот если вы знаете, как пчелы шершни убивают, вот они со всех сторон на него залетают, respawn просто облепляют его, начинают жестко пиздить. Жестко пиздить, он умирает от температуры. Здесь то же самое. Вы занимаете хорошую позицию, так чтобы когда была заливка, со всех сторон залететь в типов. Жестко. 8 девятый на А точку. 8 девятый на А точку, остальные держим позиционку по линии костра. Сейчас давайте, вот на костре можем застакать чуть-чуть, на костре ближе к их точке, вот где фронт стоит, где фронт, снизу, 5 секунд, снизу справа, 5 секунд, где я лендил, 5, я лендил, 5 секунд, снизу, 4, 3, снизу, 3, 2, справа, 2, 1, справа, 1, respawn. Поехали, заливаем жестко, снизу справа, ага, растакаться, хорошо. Да, и имейте в виду, что снизу справа это не всегда в самой точке, это может быть за пределами точки. Это нормально. Respawn in 10 seconds. Снизу справа не всегда в точке. 10-я пачка, не вижу вас сверху и справа. Справа на костре хилов, пишите. Почему абсурд так не бегает? Так, в поинте все хорошо. Нормально, пиздимся. Давайте скиллы посейвим, через 10 секунд зальем что-нибудь хорошее. Respawn. И смотрите, перед тем, как дать заливку, то есть две вещи нужно. Всего лишь две вещи. Первое, выбрать позицию хорошую, второе, сожрать клинзу. Все, больше ничего не нужно, уверяю вас, больше ничего не нужно. Поехали, через 5 секунд заливка снизу слева, 4 слева, 3 слева, 2 слева, 1 слева, слева и снизу, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Вот тип вышел, лоб один вышел, выпустили. Почему выпустили? Потому что неправильную позиционку взяли. Respawn in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Respawn. Так, перемещаемся все на А, все на А идем, все на А идем, все на А, все на А. Это на А, ребят. Все на А, вторая, пока надо бы посидеть. Нет. В,
Вторая, посидите на В пока чуть-чуть. Вторая, на В посидите чуть-чуть. Respawn на A, in 10 вторая seconds. На Б. Так, на А, сейчас мы их быстро на А. Вайпте, если будете готовы, мы прям будем заливать сейчас. Four, все декспачки снизу, все декспачки снизу, все декспачки снизу, 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 на брус двери. Так, вторая, третья, третья тоже на Б, четвертая тоже на Б. Вторая, третья, так, на Б не убирайте, вторая не убирайте на Б. Вторая, третья, четвертая, первая на Б. Но нету ни одного человека на Б, блядь. Б Седьмая, десятая тоже на Б. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, седьмая, десятая на Б. Не умираем, не умираем, не умираем, не умираем, не умираем, не умираем. Быстрее, быстрее подходите, быстрее подходите, времени мало, быстрее подходите. Почему он же не говорил про первую? Первую говорил, да. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая на Б. Седьмая, десятая тоже на Б. Сейчас снизу будем заливать, снизу заливаем. Снизу, снизу, 5 секунд, снизу 4, снизу 3, снизу 2, снизу 1, поехали, снизу заливка на Б. Клинзы выпейте, банки выпейте, клинзы выпейте, банки выпейте. Точку, точку стакните. Кто на Б, все, кто на Б, точку, точку стакните, у них хилы зашли, все, не все хилы зашли. 4, 3, 2, 1, respawn. Ой, тут очень сейчас лягут. Четвертая на А. Четвертая на А, четвертая на А. На А точке дайте инфу, что происходит. Справа. А четвертая нужна вам на А? Если четвертая не нужна... Нет, четвертая возвращается на Б, четвертая на Б возвращаемся. Смотри, идут снизу, а идут с захваченной точки на Б. Растакайтесь, растакайтесь. 5, 4, 3, 2, 1, respawn. Мы серьезно играем или можно с бочками играть? Бочки это... А чего там нечто несерьезного? Бочки ну, можно? Это уже просто издевательство. Да нет, нормально. Иностранный сак. Тут поступил вопрос хороший, можно бочки? Конечно, можно. Нужно. Это хорошо. Давай сейчас на костре жестко вайпнем и отдадим Б. Все к костру подходим, все к костру подходим, все к костру подходим. Сейчас жестко заливать. 5 секунд заливаем на костре. Короче, что найдете, то найдете. 4, 3, 2, 1, 0. Поехали. Что увидели, то заливаем. Что увидели, то заливаем. Так, значит, все, кто хочет бочки, идите прямо сейчас на А и минируйте. Все, кто хочет, желает поставить бочки, прямо сейчас идите на А и проводите минирование территории. Остальные понемногу отходим. Сначала к Б, потом к А. Я пошел на А, ребят. Костер мой. Остальные к Б смещаемся, смещаемся к Б. И потихоньку на А отходим. Начинаем уже на А подходить. Потихоньку отходим на А, означает, что мы к ним не врываемся. Мы к ним не врываемся. И потихоньку сдаем назад. Отходим понемногу. На А, отходим. Еще дальше. Все, из Б выходим. Все, выходим из Б, идем на А. 5, 4, 3, 2, 1, respawn. Парни, ну кто ж так бочки ставит? Ну видно же все. Ебать мне три дизидза накинули. Смотри, огрызаются, суки. Принимаем на деревьях. Принимаем на деревьях, не даем им дальше пройти. Respawn in 10 seconds. Много захотели. Ой-ой-ой, можно, сверху от дерева, заливаем. Только позиционка дерьмо у вас, позиционка дерьмо. Три, никого у них нет. One. Respawn. Они спокойно выходят назад к хилам своим. Сейчас скиллы посейвите чуть-чуть. Скиллы чутка посейвите. Давайте через где-то секунд 10, давайте заливку сделаем хорошую. В сторону бруствера. В сторону баррикад, в сторону бруствера. Respawn in 10 seconds. Через 10 секунд заливка. Все, 10 секунд заливка. 4,
5 секунд заливки справа. 1. Справа и снизу. 3. Справа и снизу. 2. 1. Поехали, на флаге можно, на флаге можно, на флаге справа можно, на флаге справа можно. Клинзы выпейте, кто не выпил, клинзы выпейте. Respawn in 10 seconds. Почему типа с неба точки отпускаем на лоу хп? 3, 2, снизу one. Бегает, бру, всё, отпустили. Не отпускайте, бестамины, видите, вот... Бестамины увидели, все, сели, дали скрим, уничтожили. Без хп увидели, сели, дали скрим, уничтожили. Бестамины увидели, дали скрим, уничтожили. Это очень важно. Слева прямо сейчас заливаем, слева прямо сейчас заливаем, слева заливаем прямо сейчас заливаем слева, прямо сейчас заливаем слева и сверху. Дом. Сверху продолжаем. Respawn in 10 seconds. О, бочка взорвалась. 5, 4, 3, 2, 1. Чё-то не слышу, чтобы бочки взорвались. Взорвалось, respawn. Вот тупики. Мало еще надо. Лучшему саперу 5000 голды дам. Даю 5000 голды лучшему саперу. Кто больше всех фрагов бочками сделает, 5000 голды даю. Respawn in 20 seconds. Странка сакра, рядом со стром. Respawn in 10 seconds. Для этого, естественно, нужна запись. 5, 4, 3, 2, 1. Respawn. Вот снизу точки бегает. Морфай, почему не бьет никто? Морф снизу с левой точки бегает. Хорошо. Вот еще один брустер снизу. Еще один брустер. Ага, все, выбежал. Respawn in 20 seconds. Сакрат снизу. Давайте справа, справа зайдем, обойдем. Справа на хилов, справа на хилов и сверху, справа и сверху. Вне точки, вне точки, вне точки. Все, их разогнали, хорошо. Все, ладно, не забиваем тогда. 2, 1, respawn. Я буду слева заливать. Слева 5 секунд заливка, слева 5 секунд. Слева 4, слева 3, слева 2, слева и снизу 1. Поехали. Respawn in 20 seconds. Странка сакра снизу. Respawn in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Восьмая, девятая, оборона дырявая. Чё на брустере так много красных? Ещё и лучники, блять. Respawn in 20 seconds. Respawn in 10 seconds. Ой-ой-ой, можно на где фронт, где фронт, где фронт? Смотри, сверху, снизу, снизу на брустере, прям под брустером, прям 5, под брустером. 4, 3, 2, хорошо, в точку, 1. Точку заходим, не даем, respawn. Не даем тикать точку. Точка вообще-то не должна тикать. Не, ну так-то если, блядь, по науке все делать. Сакрат снизу точки. Сверху точки до хера пространства, почему оно еще не занято? Сверху точки до хера пространства, почему оно еще не занято? Гой снизу заливку через 4. Respawn снизу 3. Снизу 2, справа. Снизу 1. Снизу поехали. Respawn in 10 seconds. И слева хорошо, слева тоже замечательно. 5, 4,
Three, two, one. Respawn. Точку нужно тикать. Чем раньше, тем лучше. Respawn in 20 seconds. Давайте справа, справа и снизу, справа и снизу. Прямо сейчас, справа, справа, прямо сейчас, справа, прямо сейчас. Вот это, он не должен выходить, впереди должен всегда стоять человек, он не должен выходить. Продолжаем, 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 все справа даем. Справа за атака даем, все. 2, 1, respawn. Отдаем точку и погнали. Кто хочет получить 5000 голды, советую прямо сейчас бежать на форт и закупаться бочками и расставлять их. Respawn in 20 seconds. 5000 голды, наверное, мне минус 3. Записал. Все, отходим, отходим, отходим со точки. Отходим со точки. Со точки отходим, ну, прям уже в сам форт. Five, под фортом four, можно тоже попиздиться. Three, two, one, хотя нет, давайте... Сейчас они все с А-точки побегут АЦ. Мы заходим полностью внутрь форта, расставляем бочки и даем им зайти в ворота. Отходим полностью, прям форт, под воротами не деремся, вообще под воротами не деремся. Вообще под воротами не деремся. И на воротах мы их не встречаем. Не встречаем. Мы им даем зайти, Respawn мы им даем зайти, seconds. Чтобы они взорвали себя бочки. Просто чуть дальше встаньте, просто чуть дальше встаньте. Respawn in 10 seconds. Скорпи, отходи, отходим, 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 отходим. 5, 4, 3, 2, 1. Respawn. Ничего, на Б еще есть, парни. Сейчас, сейчас на Б поставлю. Ебать, бочек лимит. Бочки, которые не используются, подождите, чтобы их взорвало нахуй, потому что лимит по бочкам нельзя больше ставить. Respawn in 20 seconds. Ну ладно, видимо, они должны все ворота сломать, чтобы у них яйца появились. Respawn in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, respawn. Так, на А точно. Ой-ой-ой, на А, вот, а вот на А такие бочки хорошие могли бы быть. Парни, на А ставлю вам бочки. Используйте на здоровье. Respawn in 20 seconds. Точку не даем тикать. Точку Respawn не даем тикать. In 10 seconds. Сейчас сейчас к точке подойдите, зальем four, жестко, снизу 5 three, секунд, снизу 4, two, снизу 3, one, снизу 2, respawn, снизу 1, снизу поехали, заливка жестко, заливка жестко, снизу точки. Странка сакра в топе. Respawn in 20 seconds. Сейчас снизу будет заливка. Снизу атакаться. Выйти снизу. Выйти снизу. Respawn in 10 seconds.
Сократ снизу. 5 секунд заливка. 5, 4. Скорее всего, где-нибудь, сверху или снизу. Respawn. 4 respawns remaining. Не, нормально все, не будет заливки. Но скиллы подсейвите. Все, парни, последние бочки расставляй, используйте на Б-воротах. Так, на меня сели, не хилю. На Б стяните гравиком, на Б стяните гравиком! На странку сакра, в топе. Подходим ближе к точке, сейчас будем заливать. Ближе к точке подходим, сейчас будет заливка. Ближе к точке подходим, ближе к точке. Слева точки будет заливка. Respawn in 20 seconds. Блять, нет. Снизу, 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 снизу. 3. Снизу 2 и слева. Слева 1. 0. Слева, поехали, поехали. Жёстко заливка слева. Не, хуйня, хуйня, расакаться, расакаться, расакаться. Точки сейф зоны выберите и живите. Точки сейф зоны выберите и живите. 1. Respawn. 3 respawns remaining. Сакрат топ поставлю. Я стою над Б воротами, если что. Почистите все, что внутри форта. Все, что внутри форта, почистите. Парни, ну вот были бы вы чуть-чуть умнее, вы бы на респаунах бочки на ворота ставили. Respawn in 20 seconds. Respawn in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Respawn. 2 respawns remaining. На С пустите их, пустите их на С, пустите их на С, пустите их на С. На С пустите, пустите, пустите на С, пустите на С, пустите, пустите, пусть заходит на С. Пусть зайдет на С, пусть зайдет на С. На, еблан. Туда его. Так, на Б, на Б поджигайте, 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 поджигайте. Сейчас на Б будем запускать, сейчас на Б запускать будем. Смотри, слева бочка. Запускаем на Б, запускаем, все, на Б запускаем, на Б запускаем. Запускаем на Б, пусть зайдут. Ну, Сули, Скорпи, отойдите. Respawn in 20 seconds. Ладно, на Б прям ворота, жестко, жестко, въебываемся сразу на Б ворота, на Б ворота. Respawn in 10 на Б ворота. 5, 4, 3, 2, 1. Respawn. 1 respawn remaining. Я на брустере стою. Сейчас скиллы поставите чуть-чуть. Хотя не, похер, 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 сверху добивайте. Кто выходит сверху, вы добивайте. Давайте справа зальем жестко. Нет, 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 нет. Давайте слева, 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 слева. Гость сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, слева, слева. Все, фул, фул слева, фул слева. Фул слева, фул слева. Все, отдайте. Respawn in 20 seconds. На сторонку сакрат слева. Respawn in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Respawn. Не выходят. На последний респаун. Надо было сейчас всем рейдом какую-нибудь дверь запушить. На воротах застак. Каких? А, они все через Б пошли, да. Все на Б идут, все на Б, все на Б, все на Б. Там жесткий, жесткий застак на Б, ебать, жесткое мясо. Залетаем, залетаем на Б. Прям ворота, залетаем.
КДСов, мерков до хера. Экспеки, а чё с КДСами? Чё у них мерков так много? Раз. Два, три. Четыре. Пять. Шесть. Это только фиолетовые. И у них, скорее всего, свои мерки еще есть. Ну, в смысле, это что, КДС им прунули, что ли, или что? Это фул хуйня, да не осады, они ребята. Очень редко мерков берут. Больше не зовите на такие там осады, если что. До хера есть правила. Сначала КДС, потом мерки. А потом не будет поинтереснее. Кстати, жестко без хила играли в седьмой группе. Хорош. А, пиздец. Кроме только бегать не без хила. Это он мушкеть побегал, потом в лейте. Ну, Тенгу, к сожалению, вылетел, и он не успел зайти обратно. Ну что, я, короче, скидываю, да, вырезаю кусок. Давай, Тимоха, вот сейчас будет интересный вар. Претендую. Как ты это любишь против сильнейших в этой игре? Братан, я на баре пойду на осаду, сори. На баре попуски, зачем против них идти? Точно? Сейчас хороший вар, да. Точно? То, ну, я тогда нанеси. Кто там, Легаси? Ну я абсенс нажал, да нет там бомжи. Ну Тимоха, кто там? Ну, я не знаю. Те же Легаси, вот те же Легаси, которые там интересны вару ганков, я тебе секрет открою, но ганги это попуски. Типа, и поэтому Legacy это уровень КДС. Так нет, сама осада плюс-минус хорошая, поэтому типа на таких осадах можно поиграть. Не знаю, что там попуски, что тут.